Внимание! Данной целью рубрики «Оценка смешных ошибок Windows» является не унизить автора видео, а показать все его ошибки, которые он учел во время монтажа его ролика. Надеюсь, у вас в этом видео будет высокая оценка. Приятного аппетита! Всем привет! Никто не ожидал, что будет оценка ошибок Windows. Стикбот манил микрофона, и мы начинаем. Первое видео называется «Грозбой вернулся». 5 серий смешных ошибок с Николаем. Смотрим. Что тут делает звук восклицания Ишинда 7, если это десятка? Привет всем. Это я, Николай. Сегодня будет показ ошибок. И да, подпишитесь на канал Грозбой, чтобы он делал видео хоть бы раз в неделю. Снова неправильный звук. Сама ошибка не смешная. Хочешь от меня тортик? Он же шоколадный. Да, хочу. Как раз мой любимый. Окей, ты хочешь торт? Интересно, что там написано наверху. Не верь ему, он твой комп удалит. ПФФ, думаю, он пошутил. Статистика первого видео. Есть плавный переход и синтез речи, но неправильный шаблон, звук, и несмешные ошибки понижают оценку этого видео до 3 из 10. Старайся. Вторая серия называется «Смешные ошибки Windows 1», Windows 10, Windows Vista. Всем привет, с вами Турбо Котик, и простите за такой голос, я скоро это исправлю. Ну а мы начинаем первую серию новой рубрики «Смешные ошибки». Неправильный шрифт. Я это уже сказал. Зачем ты за мной повторяешь? Подпишись на курицу. ВКонтакте была обнаружена курица. Обязательно подпишитесь на нее, а то мы скинем ядерную бомбу. Ну ладно, подпишусь. Ой, кажется, курица слишком часто публикует свою фигню. Надо отписаться. Десятке надоело выдавать ошибки, поэтому она позвала Веисту. А нет. А кнопка «Не хочу» заблокирована. Виста в студию. Что же, на этом конец первой серии. Простите за то, что она такая короткая. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а с вами был Турбо Котик, всем удачи и всем пока. Здесь уже чуть получше. Звуки на месте, шаблоны тоже. Ошибки средние. Но скорость видео и неправильный шрифт. Оценка 5 из 10. Средненько. Третья серия. Название «Смешные ошибки Windows». Сразу переходим к оценке. Ошибки сделаны на пейнте через жопу. Минус 10 из 10. Смешные ошибки сезон 1 серия 1 Windows 7, скобочки трейлер. Это название четвертого видео. Привет, теперь... Я хочу тортика, пожалуйста, засуньте его в дискорд. Синтез речи записан через микрофон. Неправильный шрифт и шаблон. Но тут тоже плохо. 1 из 10.
Пятое видео называется «Очень странно, вы только послушайте». Смешные ошибки Windows, скобочки. Это первая серия, продолжение будет в 8 раз длиннее. Ну, давайте смотреть. Всем привет, с вами Гифи. Сегодня я покажу вам смешные ошибки Windows. Подпишись. Если тебе это понравилось, набираем 10 лайков, и я сделаю вторую часть. Ну шо, погнали. Неправильный шрифт. А так ошибка прикольная. Ща увеличу. Вам пришла повестка в армию, заплатите 100 зеленых, и тогда вам, может, и повезет. Тут есть два варианта ответа: заплатить или похуй. Скорее всего, я выберу похуй, потому что у меня нет таких денег. Что, Блэд? XP? Это же семерка. Ваш ПК заражен вирусом, Пакмен, он хочет вас съесть. Если нет, то ваш ПК взорвется. Блин, я даже не знаю, что выбрать. Ладно, хуй с ним, пусть ест комп. Я купил себе новый комп, так как у меня много денег. Ладно, я пошутил. Погнали дальше. Звук из XP, шаблон из Шинда 95 или 98. Я в них не разбираюсь. Но все равно неправильно. Мы нашли у вас много травы, у вас есть час, чтобы убежать. Здесь два варианта: бежать или все выкурить. Мне кажется, второй вариант лучше. Я все выкурил нахуй, теперь мне очень хуёво, блядь. Эффект закончился, все, погнали дальше. Эта ошибка говорит, что у вас есть ошибка, ваше действие. Блять, придется опять комп выбрасывать. Сука, купил еще один комп, главное, чтобы ему не пришла пизда. Мы узнали, что вы готовите теракт. Я нечего не понял, поэтому я нажму на что за хуйня. Блять, винда крошулась. Всем пока, собираем 10 лайков, и я выкладываю продолжение. И не забудь подписаться, всем пока. Так как мы случайно поменялись местами, то оценивать буду я. 3 из 10. Плохо. В следующий раз старайся использовать правильный шаблон и звук ошибок. А так потенциал твой неплох. Старайся. А вот и закончилась первая серия оценок ошибок. Подписывайтесь на канал, если хотите еще такого контента. Пока-пуки.